семей. Вот, и делал потихоньку маленькие отводки, так незаметно, и выращивал маток для продажи, и под конец матки не купили, пришлось делать спонтанное такое решение отводки делать, забирать у сильных семей семья пчел, которые были в верхних корпусах, где стояли рамки на обсушку. Вот, и из них получилось три семьи, да, три семьи получилось, три матки было. Вот, и потом там на другом месте у меня еще было отводочек из дома там, туда-сюда. В общем, короче, я переборщил. Это ужасное дело. Не знаю, как я с этим буду справляться на следующий год. Сейчас это стоит лишние деньги, закармливать пчел надо. Сейчас их, конечно, не продашь. Буду по весне, наверное, оформлять мои бумаги, мои, как сказать, повторные такие ветеринарные справки, и буду, наверное, на продажу ставить. Хотя я этим не занимался, всегда был против, но пасека разрослась, и теперь можно попробовать пару семей продать и также выводить маток. Будут семьи, с которыми можно это делать будет, и также продавать матки. Вот такое дело. В общем, тошно это все дело. Работы куча. Все это хранить. Рамки, корпуса. Опять надо будет по весне делать рамки для лощины наращивать. Рамки сейчас подготавливать. В общем, это все работа. Наверное, придется еще докупить рамок. Рамок у меня мало, хотя этого не хотел. Ну ладно, посмотрим, как мы будем зимовать. Вот такое вот маленькое видео. Всем привет. Оставайтесь здоровыми. Ставьте ваши лайки. У кого тоже самое есть такое, как сказать, встречалось в вашей практике, жирное ощущение, когда пчел семей много, а работы много, а ты это так не предвидел, не хотел, и она вот так получилась. Конечно, это радует, что все хорошо получилось. Как я поступил, в середине июля, ну, числа 20-го откачал мед, а потом посвятил время отводкам, забирал из сильных семей, отводкам давал. Они сейчас хорошо разошлись, которые были на одном корпусе. Вот. В этом году сделал много семей, которых перевел на большую рамку. Только мое эмфелиум, как сказать, рекомендация всем пчеловодам не заниматься этими маленькими рамками. Переходите на большую рамку. Начинающие пчеловоды, бросайте это все, делайте сразу большие корпуса на большую рамку. Deutsch Normal высокая, 33 высота, или Zandermast, по-моему, тоже есть сейчас высокая, не знаю точно высота, но это милое дело. Семьи зимуют намного лучше, семьи сильные, семьи не погибают, все перезимовывают. Я, в общем, очень-очень-очень-очень доволен этим делом. Вот так это все дело выглядит. Маленький пример для того, чтобы, если кочевать, как я крепил свои улья, гну, оно у меня ровно стоит. Вот я такие шарниры брал, от шкафов откручивал, собирал везде. Просто здесь шуруп, и можно ремень, и повезли их. Также здесь наверху, например, если два корпуса хочешь соединять, ставишь одну такую бленду, два шурупа, он уже не соскользнет, ремнем подтянуть, и можно кочевать. Не надо никакие железки покупать. Вот тут я хотел показать. А, вот тут надо мне открутить. Вот тоже такой пример, что я два корпуса скрутил был. А, нет, момент, это неправильно. Это корпус на большую рамку. Тут два раза по 17 высотой корпуса. И я их просто соединил и пустил туда наверх. Внутрь пустил семью на большую рамку. Вот. Вот так это дело выглядит. Ну вот и все, что я хотел вам показать. Вот таким вот делом, таким вот макаром я это все тут делаю. Также, да, вот так сейчас я им дал
корма, кислоту подлил, немножко летают. Сегодня утром шел дождь, сейчас ничего, так прохладненько. Вот, на пасеке немножко бардак, скоро пойдут, будут падать листья с деревьев, осень пойдет. Вот, и также шишки будут падать, опять все это убирать. В общем, работу на полное заднее место. На этом все, большое спасибо, оставайтесь все живы и здоровы. Не болейте, самое главное, будьте здоровы вы и ваши семьи. До свидания, до следующего раза на канале Beekeeper Don Victor.